Кто такая Кей из Лорд Алфавита? 11-я буква алфавита. Он использовался для образования слова фрик. Напоминает какое-то насекомое. У Кей, вероятно, было тяжелое прошлое, поскольку он не мог двигаться или что-либо делать, поскольку был личинкой. Другие буквы могли использовать его для составления собственных слов без согласия. Когда F образовал слово фрик, Кей рассердился, но не смог вмешаться так же, как и другие буквы. После того, как Кей приземляется рядом с прахом Джей, F прикрепляет их себе на спину, получая способность летать, но M сбивает его с ног. Кей пошел посмотреть на безумие происходящее и чуть не был убит радужным лучом N. К счастью, он с легкостью уклонился от радужного луча и произнес свое имя. Он также стал свидетелем обращения времени Z.